Донецкие семьи поздравили с рождением детей. Народный депутат Украины Татьяна Бахтеева вручила мамам подарки и пожелала успеха в воспитании малышей. Родители получили летнюю коляску, одежду и мягкие игрушки. Как рассказала одна из мам, Регина Гричун, с парламентарием в их семье знакомы много лет. За это время она помогла несколько раз. Дарила компьютер и телевизор. После рождения дочки подарила коляску и вещи для малышки. Это уже 8-й ребенок. В другой семье недавно родилось сразу 4 близнецов. Татьяна Бахтеева поздравила семью и подарила игрушки. По словам народной избранницы, помогать детям – задача первостепенная. Я думаю, что каждый из нас понимает, что самая главная цель и счастье у каждого человека – это, конечно же, дети, это, конечно же, семья. Конечно же, я знаю эту семью много лет, стараюсь, чем могу помочь. Мы люди православные, сколько Господь дает, столько мы принимаем. Я получу, как и все, после родов вот эту помощь. Правда, на 8-го, как на 3-го. Может, государство об этом подумает. Но в любом случае, Татьяна Дмитриевна огромная помощь. Всегда, постоянная.